Всем привет! С вами Александр Навасов, и вы находитесь на канале Навасов. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал Навасов. И сегодня я трейжу скины на CS Money. Вы сами посмотрите мой инвентарь. Есть здесь два драгонлора, целых 9 ножей. И перчатки даже есть. И даже Glock Gradient есть. Это очень даже круто. Очень все хорошего качества. И сегодня я буду трейдить драгонлор на кучу ножей. Итак, погнали. Выбираем здесь типы. Выбираем ножи. Ну, потому что мы ножи ищем прямо с завода. Ну, потому что я люблю прямо с завода. Почему бы и нет? И здесь выбираем цену. Ну, допустим, есть Dragon Lord 112. Значит, я выбираю по 50. Я выберу именно по 50. Ну, максималочка, чтобы была по 50. Так, сейчас. Ну, допустим, вот 51. Окей, 51. Так, сортируем мы по флоту. Так, и здесь у нас вылетают скинчики. Сразу можно заметить, что здесь какая-то фигня. Ну, потому что по флоту. Дешевая фигня. Нам нужны крутые скины. О, мраморный градиент. Берем мы мраморный градиент. Давайте возьмем. Берем мраморный градиент. Уже 48. О, еще мраморный градиент. Давайте еще мраморный градиент возьмем. У меня потому что такого нету. Уже 2, 96. 96к, и в принципе мы уже можем купить это все. Посмотрим, что там еще в магазине есть. Так, это волны. Нет, волны мне не надо. Есть какие-то еще. Вот, здесь есть разного. О, фаза-то другая. В принципе, я могу взять и то, и то. Вот, смотрите. Давайте я отсюда выкину пока что один. Так, и сюда кину я 95. Блин, это 95 получается. И получается, мы сейчас берем еще один ножик. Мы берем сейчас ножик за 20. Примерно. За 22 нам хватит. Ну, в принципе, хватит. Но можно, конечно, чем-то еще докинуться. Типа 117. Мы можем еще взять. Да, вообще некрасивый скин. Давайте еще им красивый я выберу. Вот. Допустим, пустынный повстанец. Вот мне нравится. Давайте его. Он как раз мне хватит. Так. Вот, все. Я беру. Ну, может быть. Нет, не снегрянец. Я вот думаю, или взять пустынный повстанец, либо взять еще что-то. Или после повстанец вам взять. После полевых. Разыграть вам. Как думаете? Вот напишите в комментарии. Как вы относитесь к пустынному повстанцу? Нравится ли вам этот скин или же не нравится? И вы не хотите его, например, получить в обменник в свой. Ну хотя, кто как напишет. Может кому-то он нравится. Может кто-то его обожает. Может кому-то он наоборот не нравится. Потому что он, например, пошарпанный какой-нибудь, да и некрасивый, не разноцветный. Ну ладно. Я вот подумал. Давайте его все-таки возьму и раздам его подписчикам. Все. Давайте. Все, выбираем Dragon Lore и обмениваемся. Все. Переносимся в обменник. Что это такое? А, все, погнали. Так, пришел обмен от бота CS Money. Все, нажимаем подтвердить. И все, и принимаем обмен, получаем наши ножи. И подтверждаем на телефоне. Все, все очень просто. Сейчас открываем. SteamGuard. SteamGuard я сейчас включу. Готово. Готово. Все. Ребят, все, готово. Все, ничего другого подтверждать не надо. Все, скины у нас, поэтому все. Только осталось проверить в CS. Все. Погнали. Итак, проверяю инвентарь и все. Здесь есть мраморный градиент, тут есть волны,
Есть теперь ножбовый мраморный градиент, есть калашек новый и разные другие скинчики. Да, я немного что-то поменял, но да ладно. Ролик все равно круто вышел. Так что, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а калашек я вам разыграю, если кто-то напишет самый лучший комментарий, который мне понравится. Я его отмечу лайком своим и отправлю тебе в трейде, если это выиграешь ты. Все, всем удачи, всем пока.